В этом году атомная промышленность отмечает свой 75-летний юбилей. Долгое время отрасль была закрыта, и даже о мерных достижениях науки было не принято говорить. Многие современные технологии в медицине, науке, космической сфере разработаны на предприятиях «Атомпрома». В связи с круглой датой сотрудники библиотеки имени Маяковского проводят творческий онлайн-конкурс «Атом из будущего». Работы в отрасли всегда велись на грани неизведанного. И без веры в безграничные возможности человека ничего не получилось бы. И наш конкурс «Атом из будущего» предлагает участникам проявить фантазию, открыть новые границы. Конкурсантам нужно проявить фантазию на тему будущего родного города и страны в условиях дальнейшего развития атомной отрасли и представить творческую работу, рисунок, поделку или фотоколлаж. Рисунок в любой технике, поделка в любой технике. Практика показывает, что фантазия у наших читателей, у наших участников наших конкурсов весьма богатая, поэтому мы рассчитываем на разнообразие. Работ. Фотографии работ необходимо отправлять на электронную почту библиотеки до 30 октября. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте biblium.ru. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.